Жуткую песню. Я не пропагандирую курение и алкоголь. Там вообще не покурю на самом деле. А просто то, что стою одна. Понятно. Ну, заодно и курю. А когда один, да, с горя ты легко закуришь. Приближай, да? Будет в том.
Я так довольна, чужого не надо.
Я так довольна, я так рада, я так довольна чужого меня. Я целую на прощание, знаешь, а мне обидно. И не держи мои руки, любимов, не сбей. И да, спасибо большое, и не давай мне любимо советы, да что ж это такое? Я веду тебя в такую принцессу, я удивляюсь, я не ревную, а мне тебе просто так интересно, как она его и не целует. Она не женщина, она зараза, а мне теперь чужого не надо. Сейчас вообще очень странную песню спою. Ее пел Муслим Магомаев. Я сейчас сама не понимала, что делать. Ну как, мне там была причина, меня попросили. Очень попросили, я говорю, а что я там могу? Ну, я понимаю, там когда... Кто мне поможет? А, Саша точно осенит. Шуря, без тебя. Опустела без тебя земля, как не несколько часов прожить, так же подала страда. Ну вот, Валера, сейчас у тебя будет пытка. Я понимаю, когда я пою там, возьми любую тональность, сразу подхватишься. Он сейчас не знает, что я буду петь, что сама не знаю. Надежда, мой образ земной, а удача наградой засветилась. А песни довольно одной, чтоб только то есть это хотя бы логично ложится на, ну, на репертуар и на, ну, не на внешность. А, просто, ну, это хотя бы понятно. Там, не знаю, ну, мужская песня. Я, например, твой, вот мы с Валерой. Есть? Какая там тональность? Показался. Смотрите. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не так враг, а друг, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке с тобой одной, там поймешь, кто такой. Это тоже логично можно на меня. Спасибо. Это я не для демонстрации возможности, да? Какой вы попили? Да? Какой-то этот Цой песня. Любая. А пока, когда я пою? А как начинается? Это понятно, собственно. Это с Косыну. А дальше, когда она идет? Люди, сейчас потерпите. Это. А самое? 2000 лет война. Война без особых причин, мальчик. Война дело молодых. Лекарство против мальчик. Красная кровь, через час уже снова жива, через два цветы трава, через три она снова жива, и
солнце горят лучами звезды. По имени солнце. Тоже подходит. Мужская песня, мужской репертуар. Тут долго смеяться потом будете. Я говорю, подождите, это только... Вы как там, Алла Филатова? Так-то парень, он не глупый, не смотри, что он дурак. Скушай заячий поймет, он ядрёный, он проймет. Виноградную косточку в тёплое мзорою и в отцу поцелуй. И друзей садовых, любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Да поешь. Собирайтесь к гости мои на мое угощение. Расскажите мне прямо в лицо, кем пред вами слыл. Царь небесный душа прощения за прегрешение. А вот теперь о главном. Скажите, что пел Муслим Магомаев? Из того, что... Да? Мне уже сказали. Я наслушалась. Я думаю, а вот смотрите, на что похоже. Саша... Один Сашка мне поможет сейчас. Сашечка, извини, пожалуйста. Посмотри. Любой тональ, покажи тональничку. Ах, смотрите. Это свадьба, свадьба, свадьба. Извините, я вас немножко, да. А теперь на что это похоже? Ну, это, конечно, безобразие полное. Желаю, чтобы вы все были здоровы, и чтобы над нами сиял самоцветочный день. Слышно, да? Мы споем еще с вами финальную эту песню. Спасибо вам большое за знание. На самом деле больше все остальные песни такие сложные. Я не вокалистка, я не учила, но это правда. А мне надо петь. Я думаю, что я буду петь Муслима Магомаева? Что стоит на самом... Ну я не знаю, как это делать. Потому что Цоя могу, Высоцкого могу, Кужаву могу. Много чего еще. Я даже это... Вот. Ну как вот что могу еще. Утомленное солнце иначе это третий концерт будет или четвертый. А то же концерт советских песен. Я их очень люблю, правда, очень люблю. А вы вообще поняли, куда я вообще все клоню? Мне эти парни поняли. Ура! Аллилуйя! Потому что чаще они не понимают, что я буду петь. Типа, понесло ее. Задержу дела. Так вот, я долго думала, что петь, выбрала. Они первый раз в жизни будут сейчас играть. Это правда. Первый раз в жизни в городе Берлине. Oh,
Я сейчас попрошу. Скажите, кто был в прошлый раз? Были? Да. Тихо. Что случилось? Главное, не плакать. Вы знаете, да, у нас нашелся один, я его полгода уже забыть не могу. В Кремле. Хотя ты еще. В Красноярске. Встал чувак, по-другому не сказать. Такой импозантный мужчина в желтом свитере. И на весь Кремль на все 6000 сказал. Это после того, как Петровская спела «Волгу», и Мушак спела «Лебединую верность», которую вы сегодня услышите. Он встал и говорит: «Это как же надо не любить своего зрителя?» Оглядываясь на все 6000, он орал с середины Кремля. «Чтоб такую гадость нам тут петь, мы пришли, говорит, вас послушать, Лена, а вы нам что пихаете?» Я хотела ему сказать, чтобы я ему запихнула. Да, извини, мой хороший. Кляп в рот. Знаешь, чтобы, когда бандиты разговаривают много, им, да. Хорошим людям, правда, тоже тут. Ой, нет, тихо. Тихо, ничего, не несемся. Поэтому, люди, я думаю, что вы меня поймете. Да, тем более желтых свитеров я не заметила сегодня. Да нет, прекрасный цвет. Вот он взял и спохабил его только своим кричанием. Давайте вы сейчас услышите. Я сегодня выбрала и не «Волгу», потому что, чтобы не повторяться, было приятно. Сейчас Алена Петровская исполнит песню. Это одна из моих самых-самых любимых песен. Она народная песня, но она уже стала такой вот советско-народной. Вы ее вот сейчас, вы, поверьте, вы практически каждый знает. Только маленький мог не знать. А вторая песня будет исполнена Анной Мушак. Петя нам будет «Лебединую верность».
была непоправимою. Это беда, что с любимою не встретится он никогда. Ты ведь вновь поднялся к облаку, песню прервал. И стащил неслышно крылья на землю. Я не боюсь.
горжусь собой, Петя, в некоторых моментах. Ты меня сейчас понял, да? Что? Клавиши, город Хабаровск. Павел Илюшин, город Саратов. Электрогитара. Александр Арсеньев. Аккордеон, город Санкт-Петербург. Иван Любимов, город Чебоксары. Бас-гитара. Роман Садырбаев, город Краснодар. Перкуссия. Петр Захаров, Екатеринбург, барабаны. Валерий Герасимов, акустическая гитара, город Санкт-Петербург. Труба Кемерово. Михаил Гицевич, труба, Санкт-Петербург. Сергей Долженков, тромбон, дудук, Кемерово. Александр Дробыш, звук. Спасибо, звук. Звук. Так, что все это? Партизиано. Партамивия. И тишина. Да. Себе найти ту песню, которая точно соответствует. О, хорошая песня. Это давайте я спою. А, понятно. Сейчас давайте я спою. Все, что вы сейчас назвали, дорогие люди, это просто третье отделение. Я в прошлый раз пела Шопена, сейчас пела Снега. В прошлый раз пела «Города», сегодня спела вот, многие песни. Я же, вы на время-то посмотрите, поймете, что я честный человек. Первый раз пела «Эх, раз, да еще раз, да еще много-много раз». Хотите вам, я никогда не рассказывала стихотворение, это будет сейчас нонсенс, кстати, стихотворение, а потом «Любимый». Сейчас я песню вам такую «Любимый» называется. Но перед этой песней расскажу стихотворение, не свое, но хочется мне рассказать. Почему-то вот сейчас у меня, я не знаю, чего вот у меня сегодня такой голос, но у меня сидит вот эта фраза, ты у нас такой дурак по субботам или как? Знаете, да, это же все? Мне что, я должен министру объяснять такой пустяк, чтобы худого про царя не подумал, кто зазря. Действую строго по закону.
То есть здесь втихаря. И потом в конце обязательно сказать, скушай заячий помет, он ядреный, он поймет. Он проймет. Нет, другой скорее. Я повстречала его весной. Он был художник, почти известный. Мы целовались с ним под сосной, и он женился, поскольку честный. Он пил немного и не был грубым, а такое счастье лишь разовое, ни одно смущало. Он чистит зубы и вечно тюбик не закрывает. Я внимания не обращала, такой мужчина мне Богом дать. Я все по-бабски ему пришила, все, даже тюбик, будь он не ладен. А он, рисуя, впадал в нирвану. То вдруг обнимет, люблю, говорит, и баста. То вдруг, проказник потащит, кружит в ванную. А там? А там открыта зубная паста. А вот я как дура носки стирала, бульон ложила, бульонный. Я вот не знаю, вы, наверное, вряд ли поймете, вы давно в России не были, да? Что фраза «бульон ложила бульонный кубик»? Да. В некоторых отдаленных частях России это вызывает особенный бурный смех. Потому что в некоторых отдаленных частях России люди не понимают, как можно класть бульон, бульонный кубик, ну, не в воду, а в бульон. Ладно. В общем, бульон ложила в бульонный кубик. И я просила, я умоляла. Почистил зубы. Закрой мне тюбик. Нет, скотина как нарочно все это глашивает второстепенно. Скажите, баба, а разве можно любить и гадить одновременно? Сама не сдержалась. Да, я от злости ушла к соседу. У соседа вставная челюсть. А на полке тюбик от блин до меду бежит закрытый. Ну там, да, дурак. Ну ладно, ладно, я не буду стоять. Ой, что я вспомнила? Не знаю. Как со мной весело жить домашним. Они называют Радио Хруль меня. У меня фамилия Хрулева, Елена Владимировна. Называют Радио Хруль. О, ладно. Залился краской лицо, стоит на... Говори, что все хорошо, все-то непонятно. Ты сидел напротив меня, ты молчал, молчал. Но ничего с тобой не забыл. Я знаю точно, что меня ты I'm not afraid.
занялась окраской лицом. Да мне стыдно, но не надо говорить, что все прошло. Если сейчас сверху белая птица, я думаю, закончится не только концерт. Кончусь я. Буду сдохнуть. Поэтому, простите, я, наверное, нестандартно закончу концерт. Все должно быть громко. И так будет. Как получилось, так и получилось. В следующий раз будет хуже. Ладно. Я благодарю вас еще раз за то, что... Можете, ребята, все выходить. Я хочу вам сказать спасибо еще раз за то, что вы были с нами сегодня. За то, что потратили такое количество времени. Опять же, я не понял. Спасибо вам большое от артистов. Меня. Спасибо вам большое. До следующего раза. Спасибо за все.